Так, і до нашої студії завітає Дмитро Жук, тренер з йоги. Доброго ранку вам. Тільки ну, бачили вас на екрані. Я знаю, що перш ніж ми будемо говорити про йогу, про захід, який буде відбуватися вже 24 червня, трошки зробимо сьогодні дихальну практику для того, щоб швидше і зарядитися бадьорістю зранку. Так, от прокинутись, зарядитись бадьорістю. Давайте ж почнемо. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Татьяна. Сразу вот прямо после пробуждения сегодня я предложу вам выполнить дыхательную гимнастику, которая называется капалабхати. Капалабхати в буквальном смысле в переводе с санскрита означает как сияющий череп. Выполняется обязательно на тощах. Ну, можно выпить стаканчик водички. Сесть нужно в любую удобную позу. Плечи назад, отвести лопатки, соединить, макушкой вытягиваться вверх. Выполняется следующим образом. Акцент делается на выдохе. В момент выдоха подтягивается низ живота. То есть передняя брюшная стенка, она работает как насос. Ну, примерно вот следующим образом выполняется. Я сейчас покажу несколько упражнений, Татьяна потом продолжит. Я спробую. Ідея в тому, що іменно акцентований видох, а вдох произвольний. Так, це ж треба зараз. Це треба набирати і ні. На вот вдох он не акцентований. Акцентуємо внимание только на видохі. Ну, іменно видох. Пробуємо, давайте повторювати. Отлично. Отлично. Вот именно да, животик должен подтягиваться. Низ живота, живот работает вот как помпа. Видох, 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 видох. Тобто можна зранку прокинувся в ліжку, так сіла і давай собі займатися, так, як прокидатися. Да, абсолютно верно. А погано не може стати від цього? Чи є якісь протипоказання до такого? Ну, протипоказання, як би, сильних каких-то там особих протипоказань нету. Єдине, що може случиться, поки організм недостатньо тренірован, может быть, легкое головокружение будет. Но, в принципе, по мере тренированности это все уходит. За счет движения вот, да, брюшной стенки очень хороший прилив крови к органам брюшной полости. И очень-очень хорошо вот эти органы массируются. Это очень положительный эффект оказывает именно на организм после сна для пробуждения. Все, супер. Тепер ви знаєте, як швидко прокинутись зранку, що робити. Ну тепер давайте більш детально поговоримо про захід, який ось буде. Міжнародний день йоги в Україні в Миколаєві буде 24 червня. Що це за захід? От бачу термін, це з 7:30 до 8:00 вечора буде. Як це цілий день йоги? І розказуйте більш детально про це. Да, друзі, сьогодні ми празднуємо Міжнародний день йоги. Я всіх поздравляю з цим праздником в Україні. Цей праздник празднуется с 2015 года. В Николаеве уже третий год подряд это все мероприятие будет проходить под эгидой посольства Индии в Украине. Официальным организатором этого мероприятия является йога-центр Insight. В общем, первый год проходило в Лесках, в лесопарке. И вот сейчас, в прошлом году на площади возле ОДК проходило, и в этом году на площади возле ОДК будет проходить. Проходить будет в воскресенье, 24 июня, начиная с 7:30 утра и до 20:00 вечера включительно. Утро начинаем с массового выполнения комплекса Сурья Намаскар. Сурья Намаскар, да, мы с Татьяной как-то выполняли этот комплекс на свежем воздухе. Комплекс, это переводится как приветствие солнцу, то есть чем больше людей, тем будет интереснее и веселее. Поэтому всех приглашаем, в 7:30 мы уже начинаем. Боже, так раненько. Взагалі трошки розкажіть про програму, що буде, бо я бачила, програма досить насичена, багато різних комплексів, і ви будете проводити теж тренування. Да, розкажіть більш детально. Смотрите, ну по времени я точно уже я вам не сориентирую, потому что там действительно очень-очень насыщенная программа. Начиная с 7:30 утра и каждые полчаса очень много спикеров у нас, очень много тренеров по йоге. Все направления, которые есть в Николаеве, обязательно будут в этом деле принимать участие. Очень много ребят классных, позитивных, положительных, поэтому и лекции будут, и практика будет,
и там всякие музыкальные инструменты будут, и танцы, и песнопения. То будет весело и цікаво, так? Конечно. И спортивно. И спортивно, однозначно. Слухайте, а нічого, що от до 8-ї так цілий день йоги, чи не зашкодиться організму, якщо людина прийде з самого ранку? Нет, ну я думаю, что в любом случае перерыв же можно делать, никто ж никого держать не будет, привязывать к деревьям точно не будут. Угу. То есть послушали мастер-класс, там, потренировались, пошли, попили кофе, покушали, все как бы будет. Там будет и еда, и напитки, все, все будет. Тобто все организовано, конечно, так? Все да. Будет. Чи треба якась спеціальна підготовка до того, щоб прийти на цей день, от, прийти позайматися, і що обов'язково треба серед одягу, можливо, що з собою треба мати обов'язково? Спеціальна підготовка. Подготовки не надо для этого, что эти все мероприятия и проводятся для ознакомления. Mm-hmm. То есть человек с любой физической формой может приходить в этом деле принимать участие. Спортивная одежда нужна, да. То есть какие-нибудь, я не знаю, ну, лосины можно, шорты, спортивная маечка. Mm-hmm. Если есть коврик для йоги, либо каремат. Ну, и наверняка нужна панамочка, я думаю, потому что все-таки у нас погода уже наладилась, так, на улице тепло. Да. Дивилися, погода дізнавалася, буде спекотно у неділю, але я думаю, це не завадить позайматися йогою. Да. Ну, і розкажіть трошки про комплекс, який ви будете показувати, там, розказувати. Лично я буду показувати комплекс для повышения резистентности организма. Резистентность – это сопротивляемость. Сопротивляемость, в общем-то, ну, это такое широкое понятие, как, грубо говоря, к болезням, так и там, к стрессам, ко всякого рода стрессам. Специально разработанный комплекс. В Украине есть очень известный йог Андрей Владимирович Сидерский. Вот это его разработка, я буду показывать этот комплекс. Треба буде нам з вами теж повторити, зняти нашим глядачам цей комплекс. Конечно, і, от знаєте, третій рік вже проводиться, так, оцей міжнародний день йоги. Наскільки стала йога популярною в Миколаєві серед тих, наскільки люди почали до неї звертатися, от приходити в йогу? Ви знаєте, да, постепенно, благодаря тому, що много идейных, как бы, да, вдохновителей этим стали заниматься, мы, людей с каждым годом все больше и больше к этому приходит, потому что вот изначально, когда вот я начал заниматься йогой с 2008 года, то есть все равно в головах общественности существует миф, что это там секта какая-то или ну, какого-то рода занятия, которое не для всех. Сейчас как бы люди подтягиваются, мы популяризируем, мы рассказываем, что это не секта, что мы никого ни в какую веру не заманиваем, никому никакие идеи не прививаем. То есть это здоровье, это правильное питание, это позитивные люди в окружении, и жизнь от этого становится только лучше. Так, ну і давайте трохи нашим глядачам, чому варто зайнятися от з завтрашнього дня піти на йогу, от, або прийти на Міжнародний день йоги до вас. От. Що отримують люди від цього? Ну, однозначно, заряд бодрості і позитива. Второй момент. Ви посмотрите, що йоги – це такі ж люди, як і всі остальні люди. Да. Ну і третє, вам від цього буде тільки краще. Тобто, однозначно, пробуйте. Однозначно делайте и приходите заниматься с нами в воскресенье 24 июня. Дякуємо вам, що нагадали, розказали. Так, 24 червня о 7:30 починається Міжнародний день йоги біля ДК «Молодіжний». Приходьте, будете займатися. Можливо, і я там буду, позаймаюся із вами і познімаємо. Ну, подивимось на цей світ далі. Ну що, а ми продовжуємо. Дякую, нагадую, Дмитро Жук, тренер з йоги, завітав до нас, розказав про те, коли і як можна буде позайматися цілий день йогою і набратися такого бадьорого настрою, так, і спортивного.